Тила, дальняя машина есть. Все, принял, значит, Тила, это опас, смотрите, там есть дымовые ГПшки, говорит, дымовые гранаты, набирайте побольше этой хуйни. Она вам пригодится. Принял. Я имею в виду про бойцов. Пока сиди здесь. Спайк, ты где там ездишь-то? Сейчас еду до точки. Вот подъезжаю. Давай отсюда, здесь хорошая видимость, прям видно, блядь, их укрепления. Заезжай быстрее на юго-восточную сторону. А что ты один? Я не один. А где ты? Куда ты подъезжаешь? Урал, это Меркурий. Ну, на точку я еду. Частота 156.6. Ты ее проехал, я на твоей точке стою. Ты че? Ты где, блядь? Сейчас едь ровно на север. На север. Меркурий, Урал на связи. Принял. Сейчас мы с СПГ разберемся. Вот возле машины тормози. Не выезжай на гору, ёпта. Так, высадка. Тебе бинокль есть? Штаб Атили метку дал, как принял. Принял. Есть. Пока закрепитесь там. Подойди сюда ко мне, тебя на целью, блядь, чтоб ты видел. Значит, смотри, у тебя ориентир... Кто, я подойди? Да нет, нет, это не тебе. Пока закрепись. Топаз высадился, начинаем движение, мы подходим к зеленому триггеру. Вон, вижу противника, сейчас азимут скажу. Азимут 212. Я видел, значит смотри, видишь, да, где ориентир у них был, экран наверху? Да, значит, да, вижу. Еще правее возьми ориентир, значит, вышка такая, красно-белая, радиовышка. Принял. Это значит цель вот от левого чувака, который стоял, и сам триггер находится в этой красной вышке, понял? Принял. Располагайся, чтобы ты узнал, куда стрелять. Все, принял. Я уехал к... Так, куб,
Ко мне подходи и скидывай на землю этот ГПшку. Собирайте сначала в укрытии, потом выдвиньте сюда, вас сейчас расстреляют. Принял, сейчас я сделаю. Так, ходитесь в этот ландак. Кто там? Меркурий. Уходи. Топаз дошел до зеленого городочка, начинаем зачищать его и доходить до синих метров. Все, принял. Уходи со стрелка, откуда стреляет. Меркурий на канале. Где Меркурий? Тут. Выйди, 156.6, если. Смотри, по вам стреляет, будь аккуратным, блядь. Урал, я у них у спайка по ночкам боеприпасов, давай их ракет тайм скину. Тогда все, оставайся, это у них, я просто думал, ты так отбился. Все, остаешься у них. Штаб отели, метка на противника в триггере. Принял. Сема, стрелка садись. Топаз, как выйдешь на позиции, дашь мне знать. Под обстрелом можете, в принципе, уже вести огонь под обстрелом. Так, смотри, азимут 212. Ты живой? Начинаю обстрел вести, значит, будешь ГПшек. А Уралыч, возле нас ездит наш ответник или нет? На востоке я езжу. Больше никто не должен ездить. Я на ландаке езжу. Принял. Я не Уралыч, а штаб. Атила, значит, начинай передвижение на метку Чикаго. Принял тебя, штаб. СПГ будет работать, нет? На него не надейся там, они под обстрелом, не знаю. Они будут работать по триггеру, если что. Принял. Урал, автопас, прием. На связи. Белая бэха, это наша техника или вражеская? Нет, это вражеская, это вражеская. Принял. Спайк на дальний. Да. Ведете обстрел? Никак нет. Получается, не можем теперь сесть за прицел. Сейчас пытаюсь его оттащить под огнем. Понял. Атила, используйте дымы, всякую хуйню в вашей стороне, БТР белый ездит. В нашей стороне ездит белый БТР, дымы всякую хуйню. Thank you.
Тротила живой, прием. 2 200-х, 1 300-й. Принял. Сам 200-й. В смысле, ты мертвый, что ли? 300-й. Сейчас стреляет справа, а это я стреляю по бункеру, не убейте меня. Я от вас на зиму идти, блять, 80-60 примерно. Ты принял? Сейчас буду стрелять с М2 в сторону противника. Принял, принял, своим передал. Ибите ГПшками свои проходы вперед. Огонь по БТРу. Принял тебя. Топас, штаба, прием. Топас на связи. Начинайте потихонечку, дымитесь, потихонечку двигайтесь в сторону триггера. У меня тут большие потери, сейчас подлатаемся и начнем движение. Принял. Смотри, Атила, я тебе показал окоп, где находится, там лежит противник. Топас Урал, прием. На связи. У нас замечен большой противник, большое количество противников в триггере. Если начнем движение, нас от всех перебьет. Даже под дымами. Но начинай движение нам. Подожди, я думаю. Машина далеко у вас? Да, относительно, могу послать одного бойца, но это будет займет где-то минуты две. Выдвигайтесь к машине, короче, сейчас поедете с метки Атила. Будешь не долбить. Принято. Не метку Атила, я вам сейчас новую метку дам. Атила говорит, значит, нас двое, мы двигаемся к метке Чикаго. Принял. Спайк, живой прием? Да, живой. Ну а чё вы не стреляете по триггеру? Да у нас её заглючило, сейчас переставлял. Получается, Меркури убили, мы расстрелили и всё, не можем ничего сделать, пришлось её разобрать, заново собрали. Сейчас будем давай, работать. Давай быстрее, быстрее, на всех мощных. Принял.
на пасу, у меня по дороге увидишь, ландак стоит, до меня доедешь, я тебе там встречу, блядь. Будем с моей стороны нападать. Ландак где? По маршруту ты увидишь его, объезжая всю эту хуйню с восточной стороны, за нефтяными вышками, блядь, и увидишь меня. Принял. Тело, бегом за забор, по вам стреляли, бля, попали в забор, сейчас второй прилетит к вам, бегом до забора, нахуй. Я подавляю противника, который в окошке вас смотрит. Это факт, что отходим уже под эту машину, сейчас начинаем движение получить. Давай, давай. Урал, примем этот опас. На связи. Могу оставить снайпера на той же позиции, там он уже снял, минус 3 сделал, так что можно оставить, я буду пусть обработать по триггеру. Пусть остается, ладно. Принял? Да-да, пусть остается. Давай двигай сюда быстрее. Говори, что хотел. Да блять, нахуя-то? Да бас, едешь? Сейчас, собравшись за машиной, начинаем движение. Ждал бойца одного. Натила метка актуальная, все, продвигаемся. Да, заходите в базу, в вашем районе ездит БТР, будьте готовы, блять, внимательно. Значит, Атила, на северо-западе будет двухэтажный дом, серый, в нем противник, ты видишь. Возле вражеского БТРа этот опас есть наши? Сгоревшего. Да ну что ты, у них синие каски, ты что, различить не можешь? Ну они в балаклавах. Значит, наши, наверное, не знаю. Потому что это у меня снайпер спрашивал, что сможет работать по ним. Наши не должны быть, пусть сбивает, убийство. Пусть стреляет по триггеру, ёб твою мать, блядь. Нахуй он там куда-то стреляет. Значит, Атила, смотри метку, блядь. У тебя окоп там, я тебя нарисовал. Южная стена, там окоп. В окопе сидит один дурак, блядь. Топаз, начал движение, двигаюсь по мосту. Принял тебя.
Тут опасно. На юг загребай, на юг. У меня ландак увидишь, блядь. Принял. Спешивай, спешивай, народ. Я сейчас, короче, первый пойду, вы за мной следом, без всяких тормозов, понятно? Все, пошли. Держите от меня дистанцию метров 150. Атила, живой еще? Живой. Триггер, можешь зайти? Шуметь. Отлично тебя. Мы сейчас подходим по твоим следам. Сейчас пойдем. Дымы за забор, дымы накидай, блядь. Сам пройди там, блядь, вокруг забора дырку найди какую-нибудь. Отвлеки их на себя, блядь. Я понял, сейчас подожди противник рядом. Не можем пока покинуть здание. Вы в доме в коричневом, да? Триггере наших нет. Атила, вы в коричневом доме, да? Да, да, метка актуальна. Все принял. Мы от вас на юго-востоке. Вас на юго-востоке. Жестко поливают, даже уже с трубы два раза стреляли. Что, нам продвигаться в триггер? Двигайтесь, да, вставим триггера. На востоке. Все, принял. Значит, парни, давайте смотрите, быстрее. К забору, блин, быстрее, плотничком. Дырка в заборе, чтобы возле нее никто не маячил, бля, смотри. Чтобы они не садились возле нее. В заборе никто не маячил, значит. Значит, смотри, я перебегаю дорогу. Первый. Если меня не жахают, не обстреливайте, вы за мной потом. По два человека, понятно? Сейчас понял. Отдышивайтесь пока. Значит, остальные подходим ближе к забору. Отдышка, значит, по два человека перебегаем дорогу после урала. Атила, ты посмотрел, кто это коп? Там нет никого, блядь? Значит, первый... Похоже, шуганули мои. Подходим. Понял, перебегаем к тебе, блядь. Следующая будет адвокат и кто постоянно сидит. После первого давайте. Так, все, я пошел. Вот мы с тобой. Урал, подходишь к моей метке? Да, я прям под твоим домом. Урал дошел? Я передал, можешь зайти, если надо. Там отделение подходит сейчас. Урал, ты прошел? Я прошел, да, я между горящими домами стоял. Мы к забору, Урал. Все, да, Топас, подходишь потом к забору, понял, на северном. Всем на шепот, всем на шепот. Да, я кидал гранаты, там противник, блядь. Принял. Двигаемся дальше до забора. Да, давай до забора. Кто-то в бункер угловой, там есть противник, блядь. Что у вас точно находится? Урал, на 340 здании этот противник. Перебегай, дымитесь, перебегайте, блядь. Кочки уже стреляют. Урал, я за машинами. Принял. Да,
топас, ты гпшишь нахуй, ёпты. Да сейчас все сказал, типа. Давайте до забора быстрее, сколько можно тормозить-то. Так, убил одного, убил, блядь. В этих вот, в руинах ебал, ой. В казармах, нах. Я дымлю, дыру, забегайте сразу направо от забора за казармы, блядь.